Тамбовское сельское хозяйство станет умным. Наша область участвует в пилотном проекте. Это значит, что на помощь аграриям придет фундаментальная наука. Тамбовский АПК уже имеет опыт внедрения информационных технологий. Наш регион вошел в число пилотных площадок, отобранных для реализации проекта создания системы сквозной научно-производственной кооперации. Его основная цель – развитие отечественных технологий для снижения уровня импортозависимости. Комплексность его заключается в том, что мы приводим науку, конкретную фундаментальную науку, прикладную науку, до сельхозтоваропроизводителя, задействуя все цепочки. Самый главный момент – это, конечно, валидация данных, потому что систем цифровизации создано за последние годы очень много и на федеральном, и на региональном уровнях. Но нам предстоит сейчас очень большая практическая работа с сельхозтоваропроизводителями. В результате реализации проекта в регионе будут созданы масштабные и тиражируемые проекты умного сельского хозяйства. Они помогут экономическому, социальному и технологическому развитию всего агропромышленного комплекса.